Веня, кто-то умер? Поехали. Раз, два, три, четыре. Вы хорошо устроились, да? Вы знаете, что другие религии над нами насмехаются из-за этого? А Господь говорит, не думайте, что я пришел принести на землю мир. Не мир пришел я принести, но меч. Что там пишут? Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею. И потому я объявляю войну безнравственности. Я преподаю биологию. Вы преподаете чушь, Елена. Южин, ты не раскрыл тему, садись, два. К следующему уроку подготовьте рефераты на тему «Сталин, эффективный менеджер». Репрессии, страх и наказание, продуктивный механизм кадровой селекции. Ну так давай психолог. Да бейся от него доверие, вам же за это платят, правильно? Господи, какая тема урока? Эволюция. Он отказывается ее принимать, потому что это Господь создал Землю за 7 дней. За 6! Давайте я немного сниму напряжение. Сейчас. Пути Господни неисповедимы. Ну и что мне делать? Молиться. Ты слышишь, что я тебе говорю, придурок? Ты слышишь, что я тебе сказала? Мы работаем с детьми такими, как они приходят к нам из семьи. Вы что думаете, что мы из вашего говна конфетку? Что вы делаете? Мой сын не говно, мой сын золото! Сукло, а? Чуть прибили-то.